Я порцовый занавес. Я здесь все эти 60 лет. Вокруг меня менялось все, и только я оставался немым свидетелем этой кипящей жизни. Кому же, как не мне, повествовать о первых скрипках? За Борисом Ивановичем пришли Василий Михайлович Новожилов и Нина Ефимовна Вяткина. Роскошью Дома культуры дивились все. Ковровые дорожки, сияющий паркет, золоченые дверные ручки, бра и люстра в зрительном зале. Но главным богатством становились артисты, которых я оставлял один на один со зрителем.